Итак, дорогие друзья, Гиацинтус Макао с вами на связи. Какую картину мы шикарно наблюдаем? Все трамвайчики в сторону Таирова стоят и не едут. Потому что где-то случилось ДТП возле юго-западного массива, насколько мне известно. Но так как говорят, где-то на юго-западном кто-то там с кем-то столкнулся. Вон уже сколько трамвайчиков в нашу сторону стоит, не едет. Итак, я сейчас пойду, найду место аварии. Я остался долго в трамвае, сидел минут так 20. Мы уже не едем, если не больше, где-то уже почти, может, и полчаса. Ну, я сначала подумал, ну, подожду немножко. Но, как видите, пока что ничего не произошло, ситуация не изменилась. Трамваи не едут. Значит, нужно найти, что же там случилось. Ну и, конечно же, снять это на камеру. Ну, куда же без этого-то. Ладно, пауза пока. Стою на светофоре первой станции. Трамваи в сторону города еще работают. Их остатки, которые не доехали, еще едут на конечку на вокзал. А вот трамваи в сторону Таирова пока что не идут. Как я буду выбираться? Я хазы. И все поперли на красный. Обалденно. Нетушки, я подожду зеленого. Теперь можно. Так, впереди, как мы видим, уже тут тонны трамваев собрались. У-у-у, да. Что же произошло? Давайте посмотрим. Мне уже самому чертовски интересно посмотреть, что же там случилось, что все трамваи стоят. Ой, еще и дождик припустил немного. Но это не смертельно, потому что у меня есть с собой зонтик. Ты-дыщ! И я иду под зонтиком. Ну, а мы приближаемся к трамваям. Я думаю, самым безопасным вариантом будет идти все-таки вот в середине между двумя линиями. Потому что вот тут идти довольно узко. Тут машины идут. И как бы тут вообще в принципе не предназначена эта зона как пешеходная. Но пока что трамваи не идут. Так что, думаю, можно пройти. Просто хочу посмотреть, что же случилось. Я иду максимально осторожно. Особенно тут надо идти максимально аккуратно. Так, 27-й. Вот даже внутри люди стоят, сидят, которые надеются до последнего, что трамвай поедет дальше. Так, вот дальше еще один трамвай стоит. 26-й. О, это тройной Одиссей Макс. Тот самый, который я снимал на Старосиной площади. Тройной. Большой. Так. Сейчас. Как бы нам безопасно обойти? Наверное, думаю, можно будет обойти вот с этой стороны. Да. Это хороший вариант. Тут более безопаснее, чем вот там, как я иду по краю дороги. Вот он, наш гигантский трамвай, который ходит по 26-му маршруту. Ну, а мы все идем дальше и смотрим, что же произошло. Почему все трамваи стоят? Еще одна тройка стоит. Еще одна тройка. Дальше 13-й. Ой, как дождик сильно припустил. А мне пофиг, у меня зонтик есть. Мне вообще пофигу абсолютно. Мы подошли к остановке Жилмассив Юго-Западный. Дальше еще одна тройка. Дальше впереди, вон, по-моему, 27-й стоит. Но причину всего этого бедлама я пока не могу установить. Thank you.
Впереди стоят еще два трамвая. Давайте, чтобы не тянуть время, я сразу поставлю на паузу и уже продолжу с места, где произошло непосредственное ДТП. А вот вам, ребята, дорогие, и ДТП случилось. Две машины столкнулись, собственно, и произошло то, что произошло. Машины столкнулись. Понятно. Я в общественном месте. В общественном месте съемка абсолютно законна. Я даже сейчас в Думскую отправлю, в редакцию Думской. Это имею полное право. Все. А вот и патрульная полиция подъехала к месту аварии. Ну все, а мне придется искать какие-то другие выходы, как добраться домой. Потому что в ближайшее время, походу, трамваи не поедут. Вот и все. Или можно сесть, забежать вот в эту троечку и ждать, пока поедем. В конце концов, рано или поздно мы поедем. Наверное, так я, пожалуй, и поступлю. Все. На этом все у нас. Спасибо за просмотр. Гиацинтус Макао был с вами. Всем пока. И давайте, желаю всем без аварий.